вами Мороз Алексей. Василий. Компания Крохмонтаж. Ребята, значит так. Сегодня у нас пойдет серьезный разговор по поводу выбора кровельных материалов, что касается мансардной кровли. Частично это будет ответ на вопрос, потому что некоторые товарищи там задают много вопросов и даже и критикуют меня. В принципе, говорит, мол, Алексей, вот разводишь народ, дорогие материалы, Дельта, Тайвик, развод бабла, можно это сделать дешевле, изоспан и так далее. Хочу сказать, что каждый может делать как хочет, используя свои схемы работы, то есть если они реально работают, гарантированно. Я лично гарантию даю на свои работы. Это первое. Ну, сам начиная свои видео, да, создавая свой канал, я нацеливался в первую очередь на просто демонстрацию, трансляцию своих объектов, да, своих работ. Но я сам даже не подозревал, что я вскрою такой огромный пласт проблем, да, связанных с некачеством строительства, особенно мансардной кровли. Звонят мне много людей из разных регионов, консультируются. Я в день трачу около часа, консультируя людей. Мне звонят люди, мы общаемся, реально задают вопросы, делятся своими, они своим опытом или своим плохим опытом и так далее. И начал анализировать, в чем же проблема. Ну, транслируя свои работы, да, я вот использую там дорогие материалы, которые я уверен в них и так далее. Я ничего не имею против изоспана, между прочим, и тем более отечественного производителя. Я всегда рад за отечественного производителя, если он соответствует качеству. Хочу сказать про изоспан, он, между прочим, поднял свое качество, компания движется в правильном направлении. То есть, если вы к себе в санузел покупаете итальянскую дорогую плитку, покупаете импортный телевизор, там Sony там, или Philips, то почему, или хорошего качества кровельный материал, почему вы считаете, что начинка мансардной кровли, а это является как раз гидроизоляция, пароизоляция, утеплитель, должна быть дешевая? Вот на этом я обязательно сэкономлю. Наоборот, это основная часть, которая отвечает за ваше тепло, за образование конденсата, основная. И крыша делается всегда в долгу, да? Ремонт, отделка вам может надоесть со временем, через лет 10 вы можете переделать, переустроить, поменять обои, а кровля, она уже, она должна стоять и работать долго, и на этом экономить нельзя, подходить нужно ответственно. Нужно объяснять людям, хотя бы, чтобы люди, у вас должен быть ассортимент все равно. Человек должен, разный клиент, у него должен быть выбор. Вы ему должны предложить изоспан по 1000 рублей, тайвик по 5, там дельту по 10. Он хотя бы должен вас спросить, в чем разница, и самостоятельно принять решение. Это первое. Потом, ребят, очень много подделок на рынке. Столкнулись не далее, как сегодня, с антисептиком Сенежем. И вот спрашивается, допустим, в интернете со всеми скидками канистры стоят 1500 рублей. Приходишь на рынок, почем Синиш? 800. Много, да. Будешь брать, мы еще упадем. А, сегодня вот этот армян, да? Да. По 600. Как? Канистра один в один, этикетка, красная жидкость, что там, непонятно. Пластиковая канистра, ну, тоже... Это учитывая, если он продает по 600 со всеми, так сказать, своими накрутками, арендами. А в интернете, то есть дилерская цена Сенеж 1500. Если вам продают на рынке за 600, но это не Сенеж. То есть, я уверяю, ваш прораб или возьмет эту канистру даже бесспорно. Вот. Это, то есть, первый аспект. И сегодня мы вам покажем хотя бы наглядно две разницы. То есть, приобретая на рынке, вот, и, так сказать, специализированное место. То есть, вы можете там получить и качественную консультацию, так сказать, вам хотя бы предложат там разные материалы, да. Ну, сейчас покажу вам для сравнения. Нет, что у вас есть доски, пиломатериал помазать? Где? Какая? Вот это уже 25 рублей стоит. Этот Сагус у нас. А, Сагус. А это почем? 800 рублей, 10 литров. Не замерзает она? Нет. А гидроизоляция и это самое, для кровли, вот надо мансардную кровлю сделать мне. Какую посоветуете? Ну вот она, да? И мне
Нельсон мне стоимка. Фирма из Заспан. Вот эти полосы 2000 стоит. Это 2000, да? Да. А это... Качество как это тайвик он тоже. Фирма из Заспан. А вот это... Она куда идет? Наверх или вниз? Наверх, вниз, он универсальный, для всего пойдет. А такой, если такой он, это наружных работ только. А это только внутренних работ. А это только пал и потолков вот этот идет. Дышка, свечка. А это только вот это подходит, да? А это другие? Вот такие, ну, если скажем, хотите подешевле, подешевле вот еще вот подешевле есть. Ну вот зимой, чтобы дом жить, ну тепло, чтобы на. Ну смотря для чего вам, ну для внутренних или. Ну для крыши, вообще, для крыши, для крыши. Для крыши, для внутренних работ. Ну. И, короче, в районе 2000, да, 2-1,5. Да. И... А вот Ашка сколько? Ашка 1500 стоит там. Угу. Для наружных работ. Для внутренних крышка идет. Вот это 1200 рублей стоит. 70 квадрат там. Это 800 рублей дешевле стоит. Хорошо. Крупный рынок. Вблизи трасса, которая идет в направлении Ярославском, в восточном направлении от Москвы. Много дач. Сюда, в принципе, заезжают дачники. Покупают для кровли, ну и вообще строительные материалы. Вот я вам хочу показать. Стандартная ситуация в Москве. В принципе, на всех рынках вот представлена такая линейка. Изовек, в лучшем случае Изоспан, вот Д. Изовек и пары, и гидроизоляция, ветра, влага. Что мы здесь? Это что у нас? Ашка. Ну, честно говоря, мы такими не пользуемся. Вот Дэшка. В принципе, еще не, здесь еще неплохой выбор. Как бы для дачного варианта. В принципе, ну и какую консультацию вы можете здесь тоже получить, сами понимаете. То есть, если вам строители сказали, нужна пароизоляция для кровли, там, привези гидроизоляцию, да, на, вот бери, пожалуйста, и еще вам ее перепутают стороной, поставят, то это будет вообще полная красота. И вы будете думать, что вы самые умные до первой зимы. Вот причина основная, то, что нужно понимать, значит, какой вы материал берете, для чего. Это половина успеха качественной мансардной кровли. Дорогие друзья, мы перенеслись с вами в другое место специально, чтобы вы ощутили разницу. Еще не полный выбор. Все это можно пощупать. Керамическая черепица, пожалуйста. Разных производителей, цветов, всех производителей. Цветов, конфигурации. Вот установлены стенды, можно выбрать, вон они, конца края не видно. Но это вот стенд композитная черепица. Вот, кто не знает, вот такая структура, крошка нанесена. Конечно, ножницами ее не порежешь, ножницы можно убить. Есть стенды вообще в разрезе, ребята, в миниатюре построены специально, чтобы наглядно посмотреть, как монтируются планки, черепица. Тут, конечно, снегом запорошило, снегосдержание установлено, как они работают, водостоки и так далее, коньки как прикручиваются. Вон вентиляционная система в Альпе с углом поворота. Это вот аэратор точечный. Вот в миниатюре показан, как покрыта мини-кровля. А это, кстати, прикольная вещь. Мостик. Мостик для... Переходный мостик, да, становится на крышу для обслуживания. Как правило, возле технического окна мансардного можно вылазить. Если большая кровля, пройти до дымохода, где антенна. Если на кровле есть такие элементы, которые требуют обслуживания время от времени. Это вот специальные болты. Три болта нужно совмещать. Вот эти отверстия по-любому попадаете вы три болта под ваш определенный угол, вне зависимости угол наклона вашей кровли. Ну вот в разрезе посмотрите, ну это что-то, я бы, конечно, мы поаккуратнее это все делаем, могли бы здесь сделать специалисты все это поаккуратнее. Капельный конденсатор, карнизная планка, металлочерепица. Ну сайдинг понятно.
Доборники сайдинга. Это Дёки, Митен, Дженте, Кальто профиль. Водосточка. Пластик не берем, редко. По если клиент настаивает. Ground Line. Aqua System. Значит, рубки. Такой забор я себе на даче поставил, только красного цвета. Прикольный. Модульный забор, он собирается симпатично разной высоты. Фасадные панели пластиковые. Это у нас идет Alta Profil и на Elite американская. Это медь состарившаяся, специально она патимированная. Медь-то она вот такого цвета, вот она медь. Она сначала темнеет, сначала она блестящая, потом приобретает такой цвет. А если клиент хочет получить эффект, как будто уже его кровле 50 лет, она специально патимированная, специальным химсоставом, она уже в таком виде идет. Так, ну, а здесь вот, что касается металлочерепицы. Металлочерепица. Указанное покрытие, профиль, какой профиль. Цена ее складывается, я уже говорил, из толщины, наличия цинка на квадратный метр и само покрытие. Все это складывается в гарантийные свойства, сколько она будет вам служить. Вот. И вот, пожалуйста, разные трубчатые снегосдержания. Вот такими мы пользуемся. Вот Арима. Финская Арима неплохая. Вот, но ценник ее, конечно, вот за 3 метра. Вот. Ну, это вот уже наши делают. Сравните разницу. Заграничная цена, а вот наши. Ну, уже более чем. В принципе, скопировали ее. Вот. Чуть-чуть металл потоньше, всего чуть-чуть. Ну, выбрать однозначно на разный кошелек здесь можно реально. Так что рынок, ребята, это покупая на рынке, вы там ограниченный выбор. Кто не видел сланцевую кровлю, а слышал о ней, могу показать. Вот так называемая сланцевая кровля. Это все природный камень. Вот, посмотрите, здесь такие вот крючочки незаметные, да? Вот они клеймера поддерживают. Я люблю вот такую керамическую черепицу глянцевую. Она таким не глянец, как называется, глазурью покрыта. Это цементно-песчаная. Вот видите, вот структура цементная, она подешевле в два раза. Но вот он, прессованный цемент, песок с цементом. Потом здесь вот мох появляется вот в эти все структуры залазит. Вот видите, какая, если вот присмотреться сблизи, вот цементно-песчаная, а вот керамика. Здесь вы уже ничего этого не увидите. Ну, это вот черепица разных мастей опять идет. Вот показано на стенде, как правильно установить мансардное окно. Шаг бруска сделан, котр-обрешетка для продыха. Вот как устанавливается, да, на оклад. Вот, то, что мы в наших видео вам показываем. Утеплители, которые используем. Вот, вот так она раз захлопывается и закрывается, как люк. Ее можно открыть, лестницу достать вот таким макаром. Вот мы вам показали в сравнении, да, что такое рынок. А что такое вот специализированные магазины кровельных материалов? Вася, улыбнись. Вот, друзья, представлены гидрополизационные пленки, как видите. Их можно пощупать, потрогать, поинтересоваться, почему стоит такая именно по такой цене 10 тысяч или по 1500. Есть также здесь и заспан. Но кроме заспана, других русских производителей, которые мы встречаем на рынке, я почему-то не вижу. Ютафол, ну, Дельта, Тайвик и все. Вы видите, да, специфику какую-то. На витрине, в разрезе ведь рулоны. Вы можете ощутить, потрогать все своими руками. Здесь, кстати, вот ножницы есть, которые можно
скажем так, отрезать кусочек, протестировать с собой. Также вот примеры металла, всех покрытий, стоимость, цветовая гамма и по качеству. Вот матовый полиэстер. Что? Да, окна я заказал мансардные. Фасадные панели. Вот так необходимые скотчи для проклеивания, гидроизоляции, стыков между стенами, фронтонами. Уплотнители от СП, ПСУЛ, доборные элементы, что касается натуральной черепицы или песчаной, цементно-песчаной. Вот все комплектующие здесь указаны, которые нужно использовать. Вот яндовые, торец конька, крепеж и разная фурнитура. Водосточная система Grandline. Все это здесь бесплатно можно взять. Инструкция. Вот уже правильная система металлочерпицы. Так. Здесь все вот рассказано про фальцевую кровлю, про монтаж. Также про сайдинг, пожалуйста, и фасадные панели, про керамику. Все это буклеты даются бесплатно. Что называется, ощутите разницу. Итак, дорогие друзья, надеюсь, наше видео было интересным для вас, полезным, познавательным. С вами была компания Крупмонтаж. Продолжаем движение. Да. Ждите новых объектов. Будет интересно.